Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про українське мистецтво. Говоримо з Аллою Ситник, балериною, солісткою Київського муніципально-академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Пані Алло, я вітаю вас у нашій Здравствуйте. Студії. На вашу думку, наскільки сильною на сьогодні є українська балетна школа, якщо порівнювати її, наприклад, з той же російською, яка, по суті, була основою балетного мистецтва? Ну, я считаю, что одна из самых сильных у нас школ в Украине есть. И все артисты, которые у нас из Украины, они танцуют и в Германии, и в Швейцарии, и во Франции, и в Японии. Что у нас самая сильная школа в Украине. Это мое мнение, и я считаю, что в нашем театре работают самые сильные балерины и танцоры. Это мое мнение, и оно всегда будет таким. Ви є солісткою цього театру з 2008 року. Так, да, вже восьмий год буде. А граєте, наскільки я розумію, і в дитячих виставах, і в дорослих балетах, так. Да. А з яким глядачем все ж таки більше подобається працювати? З дітьми. А не тому що, ну, як вам сказати, що ребенка ніколи не обманеш. Він до такої степені... Вот, ну, взрослый человек, он может еще понять, что-то где-то, ну, что-то не так ты сделал, еще как-то, ну, простительно. А вот ребенок, он с таким смотрит, знаете, ну, на тебя, ну, с большим, ну, восхищением, когда, особенно когда они, ну особенно сцена детские. Сцена совещивается, да, это видно? Да, они что, они когда выходят на сцену и дарят цветы, это у них такие глаза, что думаешь, боже, вот для чего я танцую. А яка найкраща нагорода? Найдостойніша? Аплодисменты. Вы знаете, когда, да, когда публика, когда аншлаг, когда тебя потом, ну, поздравляют, это для меня это самое такое, ну, ну, большое восхищение, которое... Алло, а як стосовно аншлагу, от, власне, ситуація в Україні на Сході, да, бойові дії, змінила ситуацію з відвідувачами? Нет. Нет, потому что в нашем театре билеты, слава богу, ну, цены пока низкие. Потому что в национальной опере, конечно, билеты намного, ну, ну, дороже, чем в нашем театре. То есть можно вважати, в принципе, что на сегодня модно и популярно ходить, да, до театра? Да, особенно на выходные у нас аншлаги. Суббота, воскресенье, театр забит. Это когда выходишь на сцену, это так приятно, когда... Смотришь и на балкон, когда все, ну, все забито. Это, конечно, для нас это успех. А для того, чтобы досягти успеху, це має бути безперервна праця? Да. Ежедневная, потому что мы с утра в театр и до самого позднего вечера. Мы трудимся, чтобы был успех, виден был на сцене. Це правда, що балерини собі багато в чому відмовляють, що ваша вага має бути не більше, ніж 50 кілограм, это що у вас має бути, навіть немає ні свят, ні вихідних, постійно да, тренування. Так, це плохо, що вихідних у нас немає. Коли у багатьох там майські праздники, коли Пасха, коли Новий год, у нас спектаклі. Вот. А то, що, ну, всі ми любимо покушати, тому що як без цього у нас сили не буде. Вот. Ну, лично я, для меня утро начинается так, что я иду и взвешиваюсь на весах. Если я вижу, что 1 грамм больше, все, я, ну, сразу сажусь, ну, на диету, пью воду и... А не думали, фрукты. Не хотілося вам жити так, як всі, наприклад, проводити хотелось час, як бы... молодь, звичайно, да, ходити бывалось, там в кіно, в театр, дивитися на красиве, ну, ми так все і дозволяємо собі робити, і ходимо в театри, и на концерты всякие. Ну, ну, жизнь я уже, ну, не представляю. Для меня балет это моя жизнь. И сколько так років поспіль уже починаєте кожен ранок з того, що зважуєтеся? А коли ви прийшли, як саме в балет? Я пришла в 11 лет, это очень поздно. Вот. И, ну, и я не хотела быть, конечно, ну, балериной, потому что это труд адский. Адский труд, ну, как у многих там детей есть, выходные, у меня этого не было. Меня привели в 11 лет и сказали, все, ты будешь танцевать. Я плакала, мне было очень безумно больно, когда меня и растягивали. Это, конечно, страх Божий, слезы были дикие, я плакала, дико говорила, мама, не надо, пожалуйста, давай, ну, ты меня заберешь, ну, благодаря своей маме, я могу так сказать, уверенностью.
она сказала: «Алла, давай, если тебе это не нравится, давай мы уйдем». Я так посмотрела, ну, на своих девочек там, которые уже что-то, уже могли что-то сделать. Я говорю: «Нет, мам, давай будем все-таки танцевать». И вот так получилось, что я с 11 лет, это очень поздно, и я, конечно, так трудилась, с утра до вечера. У меня данных особенно таких не было, как у меня. Но ваша бабуся танцевала в Большом театре? Да, это да, у меня генетика сработала, видите как. Вот, ну и так пошло, что... Тобто, по сути, балет изменил ваше життя? Да, конечно, на все 100%. Якщо, наприклад, довелося б часом привести в балет власну дитину, да, зважаючи на те, яка це складна робота працювати, да, над собою, ви б зробили б такий крок? Наверное, да. Я б хотіла, що дочка моя, ну, если так, ну, дай Бог будет, я ее обязательно дам в балет. Я считаю, что для девушки, для девочки это очень красивая профессия, очень красивая, которая и денежная, ну, при том, вот, и которой ты всегда будешь в форме, тобто ты сьогодні... всегда будешь красивая. Але сьогодні можна заробити, займаючись на балетом? На гастролях, да. Саме в гастрольних турах? Так, да. А вот обидно, конечно, то, что наша, ну, заработная плата в Украине, в Киеве низкая. Это мне очень обидно. На данный момент наши пуанты стоят 2500, понимаете? А заработная плата у нас 4000 гривен. Окрім того, що має бути підвищене фінансування, на яку державну підтримку сьогодні можна розраховувати, потрібно розраховувати для розвитку мистецтва, зокрема українського балету? Ну, поки підтримки ми не сильно бачимо. Звісно, ну, у нас є така надіжда, що ну, КМДА, ну, вот, все-таки наш балет, увидеть наш театр, хотя бы сделать, понимаете, в нашем театре ремонт. Вот это хочется, понимаете, чтобы было отопление. Зимой у нас безумно холодно. У нас шикарный коллектив, у нас шикарный директор театра. Я могу сказать, мы как одна семья. Но от денег, все говорят, в бюджете нет. А труппа, я могу сказать, уверена, что одна из самых сильных в Украине. Сегодня потребна, на вашу думку, популяризация украинского балета? Думаю, да. Потому что, как, ну, нынче без этого? От ви бували на гастролях за кордоном, в багатьох країнах. Да. Не виникало у вас питання, бажання залишитися? Нет. Чому? Все равно тянет домой. Вы понимаете, конечно... Не дивлячись на мизерную зарплату, конечно, за это доводится просивать и на ту вартість пуанты. Хотят, да, все хотят домой. Мы, вот я даже бываем, это зимой мы уезжаем на 2 месяца, на 1 месяц. Нам безумно, мы хотим домой. Мы так скучаем за Украиной, даже когда мы уже въезжаем, ну, на территорию Украины, когда у нас такие дороги, ну, ну, не самый лучший, мы уже все равно... У вас есть чем поревняться просто. Мы такие счастливые, что вот, мы уже дома, все. Ну, а в загранице, конечно, там все по-другому, там аншлаги, там для тебя артисты балета – это боги. У нас немножко такого нет. Ну, но мы надеемся, что все будет у нас. Сцена, публіка відрізняється від української сцени, від української публіки, від європейської? Думаю, так. Да. У нас вона більш така здержана публіка. А вот в загранице вони всі більш, особливо Італія. Італія – це все. Ти, коли виходиш на сцену в Італії, там і ногами хлоп, і топають, і руками, і там такі овації. У нас все немножко так здержано. Но все равно для нашей публики нам приятно танцевать, вот очень, и ответственно, вот в чем, самое главное. Вы часто бываете за кордоном, вони Україну сьогодні сприймають, власне, не лише там Україна, український балет, да, українська культура, події, ті, що відбуваються на Сході, вони піднімають це питання? Ну, не сильно, ми... Вони цікавляться тим, що відбувається? Нет, вы знаете, у нас? Они спрашивают, да, как вы там, что вы там. Ну, мы отвечаем, что дай Бог нам силы, и мы это все выдержим.
Тобто сьогодні вже цілком повністю поділяють Україну. Да, да. Особливо, коли ми були год тому назад в Японії, коли це все случилось, вони, звісно, нас всі і морально підтримували, і говорили, що все буде добре, ми з вами. Це нам було так приємно, що було безумно приємно. У вас було запрошення, наскільки мені відомо, танцювати у Петербурзі. Чому ви відмовились? В Москві. В Москві. Да. Да. Все-таки я здесь родила, здесь моя сім'я, і ви знаєте, я не хотіла. Тобто, не зважаючи ні на що? Там другая жизнь, там надо родиться, мне кажется, чтобы остаться жить, ну, именно в Москве. Там все по-другому, понимаете? Здесь для меня Киев – это мой дом. И я сказала, что я никуда отсюда не уеду, я надеюсь, что все будет хорошо у нас в Украине, в Киеве, и что балет будет на высоком уровне. Вот. Да, я такая патриотка именно своего балета, именно Киева, Украина. Я всегда говорю, что я из Киева, я с Украины. У нас самый лучший балет, у нас самый лучший театр, и я всегда буду об этом говорить. Я была в Национальной опере, я там работала, и я хочу сказать, что там большой театр, у нас маленький театр, вот, но самое главное, мне кажется, что это коллектив. То есть не зависит там от статуса, от статки, нет, да? Все же таки там национальная опера. Да, это национальный театр, у нас маленький театр, как все говорят, ну, детский музыкальный, я могу сказать, что детский музыкальный намного сильнее, чем национальная опера. И там сильная труппа, и у нас сильная труппа, но у нас просто маленький коллектив, и как-то там, я иду, знаете как, с утра на работу, и знаю, что там моя вторая семья. Это очень важно. Відчувається підтримка в цій сім'ї, як на сцені, так да, і в житті? Ви знаєте, да, що ти, якщо ми щось... Це грає велику роль, коли, наприклад, йде вистава. Очень, якщо ти готовиш якусь партію, і тебе дуже складно, тебе всі будуть і підтримувати. Це дуже велика рідкість. Серед театрів і серед балерин, особливо жінського колективу. У нас дуже хороший жінський колектив, у нас дуже хороший головний балетмейстер. Дуже хороший. Да, народна артистка України. Вот, и она у нас просто шикарная женщина, шикарная вообще, балерина Татьяна Боровик. И у нас, там у нас всех, никак, я не могу сказать, что у нас что-то так, не так. А какие ваши наилюбленнейшие постановки? Які ролі вам подобаються найбільше? Наскільки мені відомо, солістки вашого театру грають всі ролі. Да, ми всі. І в дитячих спектаклях ми задіяні, і в взрослих. Лично моя любимая роль – это в балете «Спящая красавица» Фея Сирени. Это такая благородная партия, такая, знаете, как вам сказать, красиво, достойно. Да, достойная, и знаете, фея, именно фея, вот, мне очень нравится. И в детских спектаклях мне нравятся все партии. Я не могу сказать, что одна. Лично я люблю все партии. Фея завжди сприймається на позитиві. Да, дети больше, мне кажется, любят такие, злодейные партии, как мачеха в балете «Белоснежка» и «Семь гномов». Более вот такие, знаете, неординарные партии, чем когда фея, добро. Вот. А загалом скільки потрібно часу, щоб стати балериною? Ви кажете, що в балет прийшли в 11 років. Скількох років потрібно прийти? Я думаю, лучше з 3 лет. З 3, коли ти маленька, коли буде з тобою буде там, займатися, слух, музика. Тому що в 11 років це вже пізно. А має бути талант, має бути бажання, да, має бути зв'язки, має тебе хтось привести, що саме головне? Мені кажеться, що ви зараз назвали, це все головне. І зв'язки на даний момент це так і є. Вот. Що і обідно буває немного, і талант, который, а куди без таланта? Ой. І саме головне – це трудолюбие. Это самое главное. Если у тебя не будет никакого трудолюбия, с тебя ничего не выйдет. Алло, на вашем опыте, молодым и перспективным сегодня легко пробиться на великую сцену? Думаю, да. Да. Если я все-таки мета, и да. Ты для этого да, желание працюешь. Огромное, выдержка, сила воли, такой характер.
Да, с тебя выйдет. А багато талановитих українців, багато творчих талановитих українців їдуть працювати за кордон. От ваша позиція. Ну, їдуть із-за того, що в Україні деньги ти не сильно заробляєш в балеті. А как-то семью там, ну, содержать надо, и вот им остается, ну, как ехать куда-то за границу и там работать. Ну, я надеюсь, что у нас будет все хорошо, и мы будем так же, как и Европа, жить, и так же и зарабатывать, потому что на данный момент, ну, пока... Вы говорили про то, что в балет спочатку вас привела мама, цього хотіли батьки. Сьогодні хочете ви? Уже я хочу, да, я вже без цього жити не можу. А були такі випадки, коли батьки відмовляли вас відмовитися від такої пекельної праці? Я думаю, ні, тому що вони мене завжди підтримували. Особливо, да, мене завжди не підтримували в трудну хвилину. Вот, когда у меня бывали такие стрессы, когда я говорила, все, зачем нам мне надо, давай мы уйдем с балета, я пойду куда-то там работать, пойду заново учиться, мне сказали, нет, Алла, надо все-таки. И так я им очень благодарна за это, потому что если бы не они, я бы, наверное, бы ушла с балета, потому что постоянно были слезы, я худшая, я не могу это сделать, знаете как, ну, в театре это ты, ну, не скажешь, а домой придешь и поплачешься, и потом тебе дома говорят, нет, надо все-таки, там, ну, выдержать это, и вот. И когда у меня какие-то спектакли, я обязательно иду в церковь. Я иду в церковь, я всегда молюсь, потому что, ну, без молитвы никак. А стосовно прикмет, я чула, що артисти балету досить суєвірні, з лівої ноги зайти в гримерку, ну, это, а дурний это... знак, що хтось перейде тобі дорогу. Ви особисто вірите в прикмети? Ні, я не вірю. Ніякі предмети, взагалі, нічого. Я не вірю, я тільки вірю в церковь, я вірю в те, що Бог мені поможе. Вот. А это, мені кажется, це чуш. Є така інформація, що свій вихідний з благодійністю для солдат ви проводите. Це як? Это был один раз, да, ну не один раз, ну, мы возили в госпитале лекарства, все необходимое, что надо было. Тобто збирали для хлопців, які знаходилися у госпіталі? Да. Ну, на вашу думку, ви вважаєте, що ви досягли мети бути на великій сцені, бути солісткою, бути балериною, відомою в Україні? Мені кажется, надо постоянно идти вперед, потому что если сейчас я остановлюсь, я такая же и буду, а я хочу дальше двигаться. Тобто можна говорити про те, що мистецтво вічне? Вічне, так. І ви в це вірите? Да, обязательно, а как же без этого? І ви не зупинитеся, будете йти вперед? Нет, будем всегда идти вперед, я надеюсь, что у нас все будет хорошо и в стране также. І перспективи українського балету? Потрібно рости, розвиватися, далі рухатися, да, вперед. Да, у нас люди вже стали ходити на балет, вони вже знають. Это уже, ну, если раньше знали только Анастасию Волочкову и Майю Михайловну Плесецку, на данный момент уже знают многих балерин, знают уже спектакли, какие у нас в Украине идут, это уже радует. Вот, это уже значит, мы уже на каком-то вищим п'єдесталі. Ну, і тепер глядачі парламентського телеканалу будуть знати Аллу Ситник, балерину, солістку Київського муніципального театру. Так, у нас всі шикарні солістки і балеріни, і ми будемо тільки дуже раді, коли к нам будуть приходити на спектаклі в наш театр. У нас шикарний балет, у нас шикарні постановки, у нас шикарний театр. Один із кращих в Україні. Извините, конечно. Один раз краще побачити, аніж три раз почути. Тому у всіх українців, киян особливо, є така можливість. Дякую. Алла Ситник, балерина, солістка Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, була гостею нашої студії «Мистецтво вічне». Дякуємо, що ви прийшли. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.